В рамках недели Киэля Микен коллектив областного архива провел субботник на территории памятника жертвам политических репрессий и Голодомора. Мемориал был установлен в 1998 году. Это памятник всем невинным жертвам репрессий и Голодомора. По данным историков, вследствие Голодомора погибло 48% всего населения страны. По надуманным обвинениям, в годы репрессий было осуждено свыше 100 тысяч человек. 25 тысяч из них расстреляны без следствия и суда. Горькая участь не миновала и другие народы стран Советов. В Казахстан были депортированы 1,5 миллиона представителей других этносов. В лагеря из всех республик сослано более 5 миллионов человек. Архивисты отметили, что это место священно для каждого. Участники эко-акции очистили мемориал от пыли, провели уборку всей прилегающей территории. Этот памятник призывает беречь нашу независимость. Такие памятники нужно сохранить бережно и передать последующим поколениям, чтобы помнили о трагических страницах нашей истории и не допустили их повторения. Все гости области приходят на это место почтить память жертв. Надо чаще приводить к памятнику школьников, студентов, молодежь. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения.